В Карманинском районе организована очередная встреча прокурора области с молодежью. Открытый диалог позволил выслушать наболевшие проблемы и предложения молодых людей. Большая часть обращений решена на месте. Наш корреспондент продолжит. Молодежь. Какой она видит свое будущее? Какая поддержка ей необходима, чтобы оно было лучшим? Эти и многие другие вопросы молодежной политики нового Узбекистана в приоритете. Для их эффективного решения проводятся целенаправленные мероприятия по развитию предпринимательских навыков и профориентации. Изучение проблем, с которыми они сталкиваются, в зоне ответственности руководителей секторов. Именно на этой задаче было сконцентрировано внимание на встрече с молодежью Карманинского района руководителя второго сектора Новаийской области. Началась она с осмотра выставки инновационных разработок, экземпляров робототехники, изделий ремесленничества и творческих работ юных карманинцев. Затем состоялся открытый диалог с участием 218 молодых жителей. Ими были затронуты темы обучения профессиям, трудоустройства, получения кредитов и субсидий. Из 17 озвученных обращений 5 было решено на месте. По другим 5 даны правовые разъяснения, исполнение 7 взято под контроль. Я окончил бухарский филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Сейчас учусь на втором курсе Бухарского инженерно-технологического института. Практику проходил в коммерческом банке. И мне очень интересна банковская система. Обратился с вопросом по этому направлению, и он решился. После моего обращения к лидеру молодежи мне было выделено 50 соток, с которых я получил урожай в 12 тонн. Доход весьма существенный, и я хочу его увеличить, поэтому обратился к прокурору области с просьбой о дополнительном выделении земли. Он сказал, вопрос будет решен. Прокурор области внимательно выслушал и предложения молодого поколения новоийцев. Встреча была обоюдополезна, и принято решение проводить их регулярно. По итогам мероприятия группе молодых жителей были вручены благодарственные письма и памятные сувениры.